Ignite и Tony снежный шар сеют для получения качественной рассады в феврале, марте в питательную почву. Высадка растений в открытый грунт происходит в мае. Культура светолюбива, лучше всего развивается на хорошо освещенных участках с плодородным, рыхлым грунтом. Зацветает в июне. Цветочки среднего размера, белоснежного окраса. Высота растения от 15 до 45 см. Смотри, петуния и снежный шар великолепно смотрится в одиночных и смешанных цветниках, рабатках, бордюрах, микс-бордюрах. Культуру можно использовать для выращивания в уличных и балконных ящиках. Петуния – обыкновенная снежный шар, это травянистый высотой от 30 до 40 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка белая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.